Профессиональное образование – это основа промышленного роста. Под таким названием прошло заседание в рамках съезда работников профобразования в Якутске. Он продлится 4 дня. Участвуют делегации из Хабаровского и Красноярского краев. Они уже обсудили модернизацию системы подготовки кадров. По словам специалистов, она должна работать на инвестиционные проекты, которые создают на территориях опережающего развития. Экономика развивается очень быстро. Нужно констатировать тот факт, что на систему предусматривается не так уж много средств. У нас нет средств на капитальный ремонт, на модернизацию лабораторий и мастерских. Но сами руководители идут на работу в тесном контакте с работодателями. Будут хорошие кадры, будет и, конечно же, достижения в области экономики.